я люблю Рождество. Но работать в сочельник мне... Увидимся на ланче. Доброе утро, тебе? Доброе утро, ОТБ. Вы проведете сочельник с двумя сотнями тысяч нетерпеливых путешественников. Потому что я мусульманин? Потому что я черный. Это потому что я белый. В аэропорту люди становятся такими придурками. Извините, это не мое. Питон, сегодняшний день ты запомнишь надолго. Но если все сделаешь правильно, у тебя будет шанс его забыть. Расслабься, ладно? Мой человек встанет в твою очередь с посадочным талоном компании Northwind. Ты убедишься, что его сумка пройдет сканер. Я работаю в отделе внутренней безопасности. С тем же успехом дворник НАСА назовет себя космонавтом. Останови запись. Или мы убьем твою девушку. Молодец. Внимание! Для обеспечения безопасности... Ты офисный работник, без всякого развития. Я объясню тебе, что делать. Одна сумка за одну жизнь. Кто ты? Я тот, кто дает указания. Итан, ты слушаешь? Сегодня утром был звонок в службу спасения из аэропорта. Назад! Назад! Ты убил его? Я дал тебе правила игры. Ты схитрил. Ты убил его. А ты любишь импровизировать. Сядь на место, покинешь пост, будут тяжелые для тебя последствия. Уходим. Мне все равно, что будет со мной. Я и не говорил о тебе. У тебя 10 минут, или все в аэропорту погибнут. Думаешь, ты здесь главный, да? А? Ты жалкий и инертный. Может, я проснулся?